Стажировка для участников проекта «Школа Росатома» пройдет в Железногорском детском саду. С завтрашнего дня в 37-м комбинате «Теремок» стартует трехдневный обучающий семинар для участников проекта госкорпорации «Росатом». На него приглашены руководители дошкольных учреждений городов ЗАТО. Они познакомятся с нормативными и методическими основаниями для разработки образовательных программ, узнают, как их проектировать в конкретных условиях. Детский сад «Теремок» выступит в качестве иллюстрации, как победитель конкурса основных образовательных программ дошкольных учреждений. В финале стажировки в молодежном центре пройдет защита локальных образовательных проектов и круглый стол.